не верится, что вот сейчас, по прошествии многих лет, мне доверено большое великое счастье работать у микрофона Всесоюзного радио. Наша работа – это работа, которая приносит большую радость и большое счастье. И мне хочется сказать большое спасибо моим старшим товарищам, которым я обязан тем, что я стал работать и читать ответственные передачи. Родина поручила нам разговаривать с миллионами людей.